Всех приветствую, продолжаем знакомиться с творчеством художников и скульпторов, их автобиографии. Висент Хуан Масип, также известный как Жоан де Хуанес, был испанским художником периода Возрождения. Его обычно считают выдающимся представителем Валенсийской школы художников. Масип родился в 1507 году. Его самым выдающимся учеником был Николас Борос. Некоторое время изучал искусство в Италии. На него оказал влияние Себастьян дель Пьомба. Большая часть его профессиональной жизни прошла в городе Валенсия, где сейчас находится большинство сохранившихся образцов его работ. Все они связаны с религиозной тематикой и характеризуются достоинством замысла, точностью рисунка, красотой цвета и тщательностью отделки. Никогда не рисовал на непристойные темы и подражал Луису де Варгасу и Фра Анжелико. Никогда не рисую, если не принимал святого причастия. Рисование для него было торжественным упражнением, ораторским процессом, полным молитв и постов. Никогда не испытывал недостатка в церковном покровительстве. Архиепископ Валенсии святой Томас из Вилановы заказал панно о жизни Пресвятой Девы в качестве модели для некоторых гобеленов. Он также рисовал для церквей иезуитов, доминиканцев, минимов, августинцев и францисканцев. Не только один из самых самобытных и ярких мастеров испанского ренессанса, но и в числе первых осуществил переход к живописи маньеризма. Светотеневые контрасты берут на себя всю эмоциональную нагрузку, а сами персонажи наполнены умиротворением, внутренней собранностью и написаны очень тонко и мягко. Это создает настроение, которое не было свойственно итальянской живописи. Оно наполняет образы чувственностью и религиозным экстазом одновременно. Среди его лучших работ – «Непорочное зачатие», написанное для иезуитской церкви. Художник также писал портреты. Умер недалеко от Хативы во время работы над алтарем в 1579 году. Вот так вкратце данные из интернета о известном испанском художнике периода Возрождения Висенте Хуан Масип, также известном как Жоан де Хуанес. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.